задать вопрос, не здорово вы или нет. Я скажу вам, да, здорово. А если вы скажете, были ли оперативные вмешательства, наблюдаете ли вы у какого-то специалиста русского, принимаете ли вы регулярно какие-то препараты, то есть вы уже получите более развернутую картину. Но если есть хронические заболевания, в карте должна быть запись рекомендованной консультации специалиста, эндокринолога или онколога. То есть вы не имеете права предложения. Вот эта форма сахарного диабета, вот у данного пациента, можно делать сейчас или нельзя делать сейчас? Вот этот аутоиммунный тиреидит, вот с таким титром можно делать? Потому что аутоиммунные заболевания – это абсолютное противопоказание для нестабилизированной гиалуронки, для биоревитализации, я думаю, вам это говорили, но для контурной – нет. Но чтобы принять решение, брать или не брать, и не отвечать за это, да, вот, нужно отправить на консультацию к эндокринологу, чтобы эндокринолог сказал, да, да, нет, нет. У которых онкология в анализе. Конечно, им нельзя витамины, им нельзя пептиды, им нельзя какие-то стимулирующие комплексы. Но контурную пластику и биоревитализацию – это то немногое, что можно. Но с разрешения доктора, который наблюдает. Прием антикоагулянтов. Дают разные комментарии по этой теме. Кто-то предлагает отменить на несколько дней до контурной пластики антикоагулянта. Вы категорически не имеете права это делать. Если пациент по жизненным показаниям принимает кардиомагнил, тромбоаз, аспирин, значит, он и будет это принимать. То есть, отменяя, вы рискуете...